Вот так улов. В Екатеринбурге полицейские нашли 11 тысяч литров контрафактного алкоголя. Часть спиртного уже была разлита в бутылки и промаркирована. Правда, акцизы на полулитровках тоже оказались подделкой. Одна из самых крупных партий алкоподделки, изъятая свердловскими оперативниками, хранилась в гараже в районе Сибирского тракта. Отсюда спиртные напитки увозили на прилавки магазинов Екатеринбурга. Полицейские задержали на месте грузчиков, которые не смогли показать необходимые документы. В гараже были обнаружены коробки с алкоголем и канистры со спиртом. Выяснилось, что акцизные марки на товар поддельные, а на большинстве бутылок нет даты розлива. Это явные признаки контрафакта. Подделка отправлена на экспертизу, а дилеры вскоре станут фигурантами уголовного дела.